В современной урбанистике все больше популярность набирает понятие дизайн-код. Это свод понятных правил оформления внешнего облика города. Фасады домов, рекламные вывески, уличная мебель, озеленение. Все это формирует облик города и его идентичность. Вопросы обычно возникают к внешнему виду, когда точка невозврата пройдена уже. То есть, когда у нас был советский город, был единый какой-то облик, потом пришла рыночная экономика, у нас появились огромные вывески, заборы, кто во что горазд. Когда вот получился у нас тот винегрет, который мы имеем, мы задумались о том, что все-таки нам нужен единый облик, вот какая-то унификация, вот, и вот как раз время пришло. Известный в Приморье и за его пределами художник и дизайнер Павел Шугуров провел с представителями местного предпринимательства круглый стол под названием «Сделано в Артеме». На встрече присутствовали производители и поставщики оборудования для благоустройства. Мы сейчас работаем над дизайн-кодом гостевого маршрута города Артема. Вот, и в рамках этого дизайн-кода у нас будут рекомендации к использованию МАФов, малых архитектурных форм, домовых табличек, к размещению вывесок. Потом там нестационарные торговые объекты есть. Мы занимаемся благоустройством, делаем красивые малые архитектурные формы, работаем по Приморскому краю, имеем свое производство. И на этой встрече мне очень интересна информация чего-то нового, чего-то креативного, возможно, потому что город развивается, и очень интересно какие-то новинки узнать. По сути, есть благоустройство с нашим рельефом. Ну, собственно, с Владивостока в основном, да, работаем. Вот. Ну, здесь тоже есть такой рельеф, где необходимо сделать какую-то геопластику. Соответственно, у нас материалы и решения, которые могут помочь и дизайнерам воплотить какие-то свои идеи, и тем, кто выполняет работы, тоже воплотить эти идеи. Соответственно, здесь у нас может помочь как инжиниринговая компания, так и производственная. Интересно послушать и куда-то потом вот эти вот знания, которые сегодня получим, как-то в дальнейшем их применить, да. Разработку гостевого маршрута доверили Павлу Шуругову не случайно. Он руководил отделом дизайна городской среды администрации краевой столицы. И многие узнаваемые элементы владивостокской архитектуры – его личный вклад. Анастасия Абдулхалек, Иван Петров, Данил Коровченко, телеканал «Лента».